круг справа, слева, неожиданный правый боковой, и соперник повержен. На ринге 15-летние боксеры. Это сибирский турнир памяти Владимира Мудрика. На ринг выйдет почти 200 спортсменов. Кулаками они пробивают путевку на чемпионат страны. Дерутся честно, удары головой в спину запрещены. Иначе дисквалификация. Зрители и тренеры не сдерживают эмоций. Еще одна! Молодец! Еще смело заканчивай! Чтобы показать красивый умный бой, ударов не хватит. Нужно до мелочей продумать тактику и досконально изучить технику соперника. Я смотрел дома бои, свои бои своего соперника и уже знал, что мне сделать в ринге. Пару минут напряженной битвы, затем мини-отдых, чтобы элементарно отдышаться. Советы тренера и опять схватка. Вот здесь! Да-да-да-да! Добивай здесь! Эмоции, конечно, радость, выиграл. Почему бокс? Ну, нигде так красиво не машет руками, как в боксе. Нет, а чего нельзя делать перед боем? Перед боем? Пить газированную воду, там, лимонады всякие. Беситься нельзя. В основном нужно спокойствие. Почетный гость турнира – олимпийский чемпион по боксу Сабиров Шамиль Алтаевич. У нас он не впервые, за мастерством юных спортсменов следит пристально. Говорит, уровень растет, а вот российский бокс оставляет желать лучшего. Не хочу расстраивать нынешнюю жизнь. Поэтому я думаю, что советский бокс был намного сильнее. Но что создает такую атмосферу, создает, конкурентная среда создает. Ну, в те времена были и казахи с нами боксировали, и украинцы, и узбеки, и киргизы. Была очень конкурентная среда, и чтобы выиграть соревнования, это было, наверное, труднее, чем выиграть Европу, было чемпионат СССР. Бокс – это один из сложнейших видов спорта, отмечают тренеры. Тут ты сам за себя, в отличие от того же популярного хоккея. Тем не менее, все больше родителей отдают своих детей в боксерские секции. На Алтае в последнее время этот вид спорта в особенном почете у девчонок. Валентина Аскерова, Николай Шилко. День с толком.